Начальник пожарной части отказался работать за 14 тысяч рублей и был уволен. Начальника пожарной части номер 27 в городе Бабушкин, Бурятия, Евгения Арефьева попросили освободить должность после того, как он пожаловался на низкую зарплату государственных пожарных, говорится в сюжете телекомпании АТВ. «Мне ясно и понятно сказали, ты или пишешь заявление по-хорошему, или будут проблемы у тебя», — сообщил он. По его словам, начальству не понравилось, что он требует повышения зарплаты, получая 14 тысяч рублей. Директор государственного казенного учреждения Бурятии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Игорь Шульгин сообщил АТВ, что увольнение связано не с жалобами Арефьева, а с тем, что в его части в конце апреля провели проверку и нашли нарушения. «У меня 73 человека, 73 начальника частей, которые получают 14 тысяч», — добавил он. Ранее стало известно, что Сибирский региональный центр МЧС удалил со своего сайта опубликованное письмо командира пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в смерти 37 посетителей во время пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В сообщении говорилось, что спасатели сделали все, что смогли, и больше, и что после обвинения он не хотел жить от мысли, что его подозревают в гибели людей. Сохраненная копия публикации осталась в веб-архиве. Перейти в «Мою ленту» — новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.